Так, я возьму вот такую вот новиночку. Смотрите, красный апельсин, персик, алоэ вера. И, конечно же, это новиночка. Вика, еще я вижу новиночку. Давай такую попробую. Ой, гриляж с вишней. Мы такой пробовали. Ну, ложка, да. Да. А это пищевой. Гриляж с вишней, да, с орешками. Думаю, что будет вкусно. Какие-то мини-хлебцы. Розовые. Новинка тоже. Яблоко, клубника и банан. И это, конечно же, новиночка. Есть еще вот такие вот. Какие? Яблоко, персик. Но мне кажется, это будет повкуснее. Ну все, берем. Есть, о, еще есть еще яблоко. Вон с рисом, яблоко манголик. О, нет, то мы пробовали, то не вкусно. А. Вот это мы не пробовали. Все, хорошо. Еще просто яблоко, но что-то будет вкуснее. Угу. Все, пойдем. О, Лика, вот новинки. Ты такое пробовала, да? Да. Я возьму такой гриляж. Пломбир? Это... Крем-брюле. Вот, смотрите, ребята, новинка. А, пломбир, крем-брюле, гриляж. И есть еще, Лика, с апельсиновым... Я джемом. Не люблю. Все, хорошо, берем. Смотрим новинки тук, но пока ничего интересного нет. Со вкусом пиццы, со вкусом просто с солью, сметана, лук. И новинок никаких нет. Картинки новые упаковки, но это не в новый вкус. Да. Лик, ну что? Ничего, пойдем дальше. Идем дальше? Да. Не знаю. А нутелла новая нет? Это было. Селедка. А нет, мы такое пробовали, да? Мы такое пробовали, и мы сухое. Знаете что, я вот говорю, что вот эта новинка, наверное, с яблоко корицей, именно с ВНДС. Лика говорит, с Миланой, что нет. А еще, мне кажется, вот такой творожный брауни новинка. Лика говорит, нет. Нет, мы его ели. А вот такой кремобон мы уже показывали. Новинка, но вот в ленте есть, но очень вкусно, но мы уже пробовали, да? Да, идем дальше. Ребята, всем привет! Сегодня у нас новинки из ленты. Сегодня у нас продолжение челленджа. Мы уже снимали новинки из магазина ленты. У нас сейчас просто бомбезные новинки. Например, посмотрите, что нашла Милана. Не показывай, не поликантора. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал. Кто еще, может быть, вдруг не подписан. И про лайки тоже не забывайте. И погнали показывать, что же вы там нашли интересненького. Давайте. Давай. Я взяла вот такую водичку, в общем, это арбуз и яблоко. Ребята, самое главное, посмотрите, какой красивый цвет, да, фиолетовый. Да, вы наливаете, это будет видно. Да, это что-то новенькое. Ой, смотрите, подходит под пижамку. Ну, да нет, что-то... я считаю, это нужно... Нет. Ребята, пишите в комментариях, пробовали ли вы такой вкус миринды. Мы еще не пробовали и, честно сказать, впервые увидели сегодня в ленте. Вау, какой фиолетовый красивый цвет. Красота. Ребята, это что-то вообще... Знаете, как будто бы ночь какая-то фиолетовая. Круто вообще. Давай, Милана, пробуй. Говори, что же такое за... А как пахнет-то? Пахнет именно вот ягодами, голубикой, что-то такое. Мил, ну как? Давай, мамочка, газированный. Он сильно газированный. Ой, какой красивый цвет. Очень вкусно. Ну? Я, кстати, арбуз здесь не чувствую. Ну, такая, знаете, как кислинка небольшая. Так, пока Милана наслаждается своим новым вкусом, показывай Лика. Она наслаждает, поэтому я его покажу в начале. В общем, это какое-то мороженое, грильяж, крем-брюле. Новиночка. Открываем. Ой-ой-ой, пока мы донесли, походу мороженое превратилось в коктейль. Давай, Лика, свой коктейль. Перекладывая в тарелку. Ой, мне кажется, это такое сладкое. Ну, это, конечно, сладкое. Ой, слушай, здесь прям орех. Прям коктейльчик такой. Ой. Здесь только орехов. Попробуй. Ой, не хочу. Так, Миланка, показывай свои новинки. Я взяла самую крутую новинку. Это сыр. Смотрите, как ребята, Миланка нашла вот такую новиночку. Благородный дуэт. А, и это новиночка. Новинка для завтрака. Очень интересный сыр. Смотрите, он весь дырявый.
Мы обязательно... Очень интересный сыр, он везде. Ну, да, посмотрите, да? Я такой впервые вижу. Ну, вот знаешь, как Маздам есть, да, но там такие большие, редкие дырки, да, здесь просто он весь такой дырявый. Мы обязательно его попробуем, да, Милан? Да. Ну что, Милана, давай пробуй. Сыр, смотрите, ребята. Честно, я такой никогда не пробовала. Да, такой прям дырявенький сыр. Слушайте, ну запах у него очень интересненький. Я попробовала, знаете, мне показалось такой вот, ну, нотки орехового сыра. Так, Вика тут кушает мороженое. Ребята, давайте будем смотреть дальше наши новиночки. Дальше. У нас пакет хлебцы. Клубника, яблоко и банан. И они должны быть разных форм. И, давайте, конечно, смотрим. Же, это новиночка. И что? Они розовые? Что-то, по-моему, нас обманули. Опять обманули? Смотрите, какие интересные такие детские хлебцы. Ну, очень красивые. Разные формы. Но мне кажется, присутствует небольшой такой цвет. У меня... Здесь прям кислинка какая-то. Они... Склеились? У Миланки склеились хлебцы. Кстати, это вкусно. Мне понравилось. Это был какой-то круп. Это похоже на воздушный рис. А вот это? Да, ешь уже все. Шестиугольники. Ну и звездочки. Звездочки. А звездочка, кстати, она была одна. Редкая фигурка. Лики попалась. Одни кружочки в основном есть. Они под вторая звездочка. Ну, в общем, не мороженое, знаете, больше. Мне нравится как-то вот. Ну, понятно, понятно. Смотрите, ребят, они похожи? Совсем не похожи. Милан, ну что, показывай дальше свои новиночки. Орехов прям вообще. Да, ну, это же грильяж, Лик, мороженое, грильяж. Давай, Милана, что там у тебя новенькое? Я вижу, это... у тебя новиночка. Я это... рассказывала, что была крутая новинка. Ну, не знаю, что значит крутого или нет, но, ребята, это какой-то соус, смотрите, новинка. Четыре перца. Мне кажется, это будет очень остро. Это для мяса, что ли, Милан? Пикантный вкус. Идеальное сочетание четырех видов перца. Самый популярный соус для стейка. Подходит для любых блюд из мяса и рыбы, а также для жареных и тушеных овощей. В принципе, такой мороженое. Универсальный соус на самом деле. Так, Миланка дальше показывает новиночку. Ладно, я хотела показать. Милаш, давай поближе покажем, что там у тебя за новиночка. Смотрите, ребята, это йогурт био, крыжовник, киви. И семена базилика. Новиночка. Ну что, открываем, пробуем. Так вот, йогурт, смотрите, у меня здесь гранола, фисташки и клубника. Здесь получается просто обычный йогурт. А и здесь много как раз таки фруктов, да? Гранола, клубника. Угу. Так, Милан, получилось открыть? Нет. Угу. Ну что, пробуем. Я же лишним открыла. Давай, Миланка, пробуем. А еще я могу сказать, у меня очень много орехов. Сегодня. Ага. Потому что грильяж и вот здесь. Нам долили. Да что вы. Нам и долили. Что вы говорите? Пробуй. Его много слишком. И мало в то же время. Это как? И много и мало в то же время. Лика, тебе мороженое там доложили хоть или тоже не доложили? Не, мам, что мне не доложили мороженое, тут вообще положили вот на дне. Слушайте, Лика не может открыть йогурт питьевой. Наконец-таки. Мил, ты нам скажешь вкус? Это вкусно? Это сладко? Ну-ка, попробуй, пожалуйста. Грильяж? Я вкус сегодня очень... Интересно, столько же орешков, имею в виду, много, сколько и в мороженом? Или в мороженом побольше? О, что? Фу. Почему? Я попробую. Серьезно? Почему что-то мне вкусно? Что-то как-то не пошло. Во-первых, там орехов практически нет, там только вишня. Но у него какой-то запах. А потом это. В общем, новинка Лика не очень, да? Что-то как-то не очень. Моя очередь. Да, смотрите, ребята, Милана нашла и в Ролтоне. Ну, это Ролтон. Давай, Милан, поближе. Какой-то новый вкус. Лапша с говядиной по-домашнему. Честно сказать, я не знаю, что здесь нового. Может быть, мы сейчас заварим.
и попробуем, да, Милана? Что же тут за новый-то вкус? Мне кажется, тоже, что, ну, что тут нового? Ну, лапша с говядиной. Ну, она просто очень захотела розу. Ну, написано новый вкус. Новый, значит, новый. И я еще увижу Лики туда. Лика там очень увлеклась мороженым. Да. У Лики тоже здесь, смотрите, вот такой вот био-йогурт. Тоже новиночка. А красный апельсин, персик и алоэ вера. Интересно, Лика. Что же это за вкус, вот именно алоэ вера? Так, ну что, открываем? Давай, Лика. Знаешь, листья алоэ есть? Честно, ребята, чувствуется алоэ. Алоэ чувствуется, да только алоэ. Чё? Алоэ только. А ты ее пробовала? В общем... Да, ну, у нас такое вообще. Да пей давай, сейчас разольёшь. Ну, такой. Странный персик. Вкус, да? Да. И персик. Так, предлагаю, Милана, отправляться на кухню и заваривать твой ролтон. И будем вообще пробовать, есть там новый вкус. У меня вкус. Как нам обещают, или ничего нового? Мне кажется, ничего. Открывай. Так, подержим. Пока заваривался Миланкин супчик, Милана себе из носков сделала браслет. Самое интересное – вкус. Посмотрите, что у нас здесь. Здесь лапша. Суп нет. А супа нет. А есть там суп. Ай, горячий. Зелени очень много. Давай, Миланка, пробуй. Да, зелень горячая. А, горячая. Оно... Остро? Ребята, Лика, остро? Ты же что, нюхала или пробовала? Капец, как остро. Я попробую, ребят. Попробуй. Я что, должна это пробовать? Ну, конечно. Это же новинка, типа. Милан. Сейчас я попробую, ребят. Скажу вам честно. Стоит ли такую пробовать новинку? Нет, она рыстая. Это капец, какое острое. Лика заваривала. Лика в курсе была, что там все остро будет. Ребят, это очень вкусно. Вкус очень вкусный, кстати. Реально такой, знаете, прям вот говядинка, знаете, так вот домашнее. Бывает, что это готовишь с говядиной там. И вот прям очень вкусно это. Единственное, остро. Горячо просто. Это очень остро. Не остро. Ну, кушай, кушай. Ну что, ребята, Милана будет тут кушать свой доширак. Посмотрите, ребята, мою реакцию. Угу. Угу. Милане будет остро, но она никогда не покажет, что это капец как остро. Ну реально не остро, ребят. Все, ребята, на этом наш челлендж подходит к концу. Пишите, чьи покупки сегодня круче. Новинки 24 часа из магазина Лента. Всем пока-пока. А Лика там что-то в компьютере. Острый. Да ты что? А все-таки остро.